4 августа в рамках рабочей поездки председатель Центрального комитета Коммунистической партии Геннадий Зюганов принял участие в праздничном шествии в городе Орле. Участники шествия, коммунисты и комсомольцы, несли знамена, растяжки, транспаранты, к демонстрантам присоединились обычные прохожие. Все вместе они скандировали лозунги. По окончании шествия Геннадий Андреевич выступил на митинге у памятника танкистам. Дорогие товарищи, мои земляки и соотечественники, я благодарю вас за верность нашей победе, за верность идеалам социализма и справедливости. Я благодарю вас за то, что вы высоко и гордо несете знамя русского патриотизма, который интернационален по своему духу и все делает для того, чтобы в стране был мир, покой и созидание. Лидер российских коммунистов заявил, что последние 20 лет обернулись для страны страшным катаклизмом и выразил надежду, что общими усилиями удастся возродить державу. Он подчеркнул, крайне важную роль в этом деле должна сыграть молодежь, идущая дорогой отцов-победителей. Мы за последние 5 лет приняли в партию 70 тысяч молодых людей. Только в этом году на Красной площади повязали 4000 пионерских галстуков, возрождаются детские организации. Я уверен, что наше дело правое сегодня, и победа будет за нами. Да здравствует 70-летие Великой Победы на Орловско-Курской дуге! Да здравствует правое дело социализма и справедливости! Да здравствует Компартия России, которая верно несет знамя победы вперед! Ура! После выступления Геннадия Андреевича минуты молчания почтили память героев, павших в боях за освобождение города. А в завершении митинга лидер российских коммунистов возложил цветы к братскому захоронению советских солдат.